Пошла Дуня жито жать, позабыла серп узять. Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет. Пока одни готовятся, распеваясь за кулисами, другие вовсю покоряют своим обаянием и талантом профессиональное жюри. В первый день фестиваля в зале много народа не увидишь. Идет отбор лучших номеров на гала-концерт. Более 300 участников в этом году боролись за право быть победителем фестиваля «Мы вместе 2015». Многие музыканты, театралы, вокалисты, несмотря на столь юный возраст, имеют солидный багаж не только знаний, но и наград. Самые большие – это я прошла в полуфинал новой детской новой волны в городе Москве. И я финалистка национального отбора детского Евровидения 2014 года. И еще много других конкурсов в Минске, в Бресте очень много конкурсов, тоже я лауреат первой степени, второй. Пока что у меня первое место за конкурс, проходящий в Минске, «Белорусские таланты», первое место. В английских конкурсах по песне у меня третье место два раза было. Яркие музыкальные номера в буквальном смысле дополняли друг друга. Перед жюри встал непростой выбор. Как из такого многообразия талантливых исполнителей можно выбрать лучших? Ведь каждый участник фестиваля старался удивить чем-то своим, особенным. Мы пели и танцевали. Песня – это красиво. Во-вторых, я люблю петь. И в-третьих, я все время дома пою песни. Песни и танцы, театральные номера и сольные вокальные выступления. И это не полный список того, чем удивляли жюри и юное дарование. Однако не только в состязательном аспекте главная задача фестиваля. Из года в год сотни ребят приезжают в Брест, чтобы поделиться с другими своим творчеством. И, конечно же, найти новых, таких же одухотворенных своим делом друзей. Мы собираем именно молодежь и детей, чтобы не только взрослые общались, но и дети. После этих фестивалей они дружат, они переписываются, они перезваниваются. И есть коллективы, которые приезжают к нам не один раз и приезжают уже как старые друзья. Они встречаются, у них уже какие-то свои интересы. То есть получается, что мы, что бы ни случилось в государствах, мы все равно вместе. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».